прошлую пятницу участники буквально составили музыкальный плейлист из современных хитов. Насколько это им легко удалось, узнаем прямо сейчас. Меня зовут Хелена Мирай. Поехали! Оля тебе сразу одобрила выбор песни? Не сразу. Мне пришлось очень много предоставить для выбора. В итоге все-таки определились с этой песней, и ты такая: спасибо. Вы, может быть, удивитесь, но эту песню до сегодняшнего дня я не пела ни разу, имеется в виду. То есть она не в репертуаре у меня была. Я ее сделала для того, чтобы она была в репертуаре. Чтобы пыталась и авторство Адель, но чтобы она была и моя. Почему из всех современных хитов ты, как участница команды Ольги Бузовой, так сильно прокололась? Понимаешь, сколько уже песен написано у Оли? Да. Почему ты выбираешь песни Юлии Зиверт? В чем проблема? Ну, мне кажется, что Ольга просто нам споет свои песни потом. А вот Зиверт, не знаю, приедет к нам или нет на прямой эфир. Знаете, на самом деле есть такое мнение, что переплюнуть именно постановки Ольги Бузовой очень сложно. Вот это вот. Ты видела? Алла, Алла, я больше не достаю. Надо это снять. Да? Да, я считаю, что да. Значит, в следующих прямых эфирах ждите кусочек, где Алена с Олей будут: Алла, Алла, я больше недоступна. Все подбирали себе современные хиты с целью показать вокал, так сказать, цепануть энергии. Ты решила сразу все. Просто вот все показать зрителю, да? Ну, да. Но мне хотелось, так как это первый прямой эфир, это всегда праздник. И мне хотелось устроить такое какое-то шоу на сцене, показать себя, показать то, что я умею. Самое интересное, что эту песню я просто любил слушать. И когда я столкнулся с тем, что нужно ее петь, Вась, Петь, Сереж и Андрей, столкнулись с рядом вопросиков, потому что есть места как бы сложные, достаточно интересные, и пришлось потрудиться, чтобы передать характер. Честно, я тебя представляла в таком каком-то жгучем образе, а ты такой томный мужчина, да, взгляд вдаль. Ну, в том-то и дело, что мы решили, что все эти эфиры люди увидели экспрессию, мужскую энергетику и так далее. Мы решили, что лучше сделать так, чтобы люди увидели меня с другой стороны, более снежной. А ты вообще изначально какую песню хотела исполнять сама? Я хотела петь вот одну из песен как раз-таки Полины Гагариной, потому что я хотела спеть на русском языке и чтобы песня была сильная. Ну, естественно, так сказать, нужно показать все возможности своего голоса. Это база. Да. Мы уже привыкли, что Элен скромничать не умеет, так сказать. У тебя была очень глубокая композиция на первом прямом эфире, и из темы современные хиты, мне кажется, она немножечко выбивалась. Кто помог тебе сделать такой выбор? Этот выбор я сделал сам. Дело в том, что нужно было искать какую-то песню. Я перебрал кучу вариантов, вспомнил про Максима Александровича Фадеева, про его песню «Скажите детям». В свое время она форсилась очень активно в разных группах, на телевидении. Я подумал, почему бы нет. Ну и плюс ко всему, у меня же есть младший братик. Посвятил песню кому? Ему и всем тем, у кого сейчас растут дети, родителям этих детей. Тема первого прямого эфира – современные хиты. Все выбирали их совместно с наставниками. У тебя наставница такая очень избирательно подходит ко всему. И наверняка к выбору твоей песни, да? Ну, конечно. Присылали Ольге большое количество разного репертуара. Ты из этих демок выбирала то, что, как на ее взгляд, да, звучит у меня лучше. Какие были варианты? Топ-3? Я пока не могу раскрывать всех карт. А вдруг пригодится репертуарчик-то? А какой хитрый! Какие были еще треки? Была песня «Поздно». Поздно, слишком поздно. Вот такая вокальная такая песня. Хорошая песня, но как-то не совсем мое было. Мир вокруг нее крутил, называл странной. Выхода не находила, пряталась в ванной. Слушай, крутая песня. Выбор пал на мой супертрек. Я очень рада. Он все-таки больше меня раскрыл. Волнительно было исполнять? Конечно, очень, потому что самое важное, наверное, это энергетический посыл. Ну и, естественно, какие-то вокальные ходы, которые мы сами замысловато придумали, чтобы показать голос. Так вот сказать, сами придумали, сами справляйтесь. Да. Спасибо.
продолжим пополнять нашу музыкальную коллекцию новыми музыкальными хитами уже в эту пятницу в 20:45. А с вами была я, Елена Мирай. Пока-пока.